Евангелие от Луки, 1 глава, 17 стих. «И придите пред Ней в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям, непокривимым образ мысли праведников, дабы представить Господу народ приготовленный». Пророк Илия во время безбожия и духовного отупения израильского народа был великим ревнителем истинной веры. Святой Ефрем Сирин выражение «возвратить сердца отцов детям» толкует следующим образом. «Так как дети от иудейства перешли к древнему язычеству и отпали от завета Бога своего, поэтому сказал обратить сердца их, дабы в истине служили Господу всяческих, как и их отцы». В духе и силе Илии означает действовать с той же несокрушимой ревностью и нравственным могуществом, как это делал Илия. Непокоревымым возвратить образ мысли праведников означает людей безнравственных сделать нравственными, неблагочестивых сделать благочестивыми. Представить Господу народ приготовленный означает подготовить людей к принятию Христа, указывая им на покаяние. Бог всегда требовал от людей особого нравственного очищения, когда пытался открыться им. Это было краткое толкование Евангелия от Луки, 1 главы 17.